Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня у нас на обзоре будет такая интересная компания, как DeFix. Итак, DeFix — это новая криптовалютная биржа, которая вмещает в себя и платформу для IEO, и обмен. Также это поставщик ликвидности, институциональный стол, маркетмейкер, торговля заемными средствами, решение с белой этикеткой, ставки, управление и баунти пользователей. И все это будет включаться в одну только платформу. Итак, почему же именно DeFix? По данным Всемирного экономического форума, блокчейн вошел в пятерку крупнейших развивающих технологий мира. По данным Всемирного экономического форума, и предполагается, что к 2025 году он будет удерживать 10% мировых валютных внутреннего продукта ВВП. DeFix был создан как платформа обмена криптовалют на основе блокчейна, которая принесет значительные и долгосрочные изменения в торговлю финансовыми продуктами. После этого создается первая истинная кросс-активная блокчейн-торговая сеть, которая соединит физических лиц, основных брокеров, корпораций, а также решит реальные проблемы оплаты, предоставляя простые, эффективные, безопасные платежи и трансграничные торговые решения. DeFix — это гибридная платформа, которая полностью застрахованная кросс-торговая платформа активов. Это первая истинная кросс-платформа для торговли активами на основе блокчейн. Также это уникальная всеобъемляющая экосистема. DeFix предлагает три измерения. Это обменник, wallet сервис и cross-asset трейдинг. Кросс-платформа активов предлагает торговать варианты в нескольких классах активов. Отличных в децентрализованной платформе, созданной DeFix. Это пары крипто к крипто, крипто на Форекс, крипто к товарам, крипто на складе CFDS и крипто индексы. Криптобиржа – это криптовалютная биржа, которая имеет уникальный механизм ставок на токены и мощный торговый интерфейс, которая будет поддерживать IEO, низкие торговые сборы, бонусы и скидки для держателей DeFix, платформа финансирования толпы и рефералов. Первая кросс-активная биржа DeFix принесет значительные и долгосрочные изменения в торговле финансовыми продуктами. Все продукты и услуги DeFix можно приобрести с помощью токенов DeFix. Современная методология маркетинга продуктов и услуг криптовалюты, основанная на цифровой среде. Также компания предлагает мультивалютный кошелек, и технические функциональности и мультивалютного кошелька DeFix – это Bitcoin, Ethereum, Litecoin и многие другие. Также эта система автоматически генерирует общую статистику и баланс счета, отображаемый в долларах США, евро или юанях. Мы сами выбираем, в какой валюте нам отображать. Экосистема компании предлагает решение все в одном для экосистемы цифровых валют. Сделано для торговли, инвестиций и ставки. DeFix – это токен утилиты, real-time market day, unique entailer meta support, профессиональные торговые инструменты и лицензии и регуляции. Уже сейчас можно присоединиться к сообществу, перейдя на сайт. Также на сайте мы можем наблюдать и дорожную карту, где более подробно и довольно-таки красиво описаны все дальнейшие действия компании. Например, в 2020 году уже был старт приватных продаж DeFix токен, старты DeFix обменника, также и на 2021 год. Мы можем более подробно ознакомиться, что в дальнейшем будет. Итак, подведем итоги. DeFix – это дигитальная биржа, которая быстрое подключение, обслуживание кошелька, также кросс-платформа активов, вариант ставок и блоковая цепь. Перейдя на сайт,
мы можем уже узнать более подробно о ИО, которая это платформа, которая предоставляет каждому из счету простоту доступа к самым передовым технологиям, инструментам искусственного интеллекта на основе мультиактивов, где нам более переходим в раздел «Узнать больше», где мы можем более подробно увидеть, как происходит ИО по довольно понятной таблице. Сколько выделенных средств в таблице тоже. И распределение токенов. Как мы видим, на баунти компании выделено 1%, на приватные продажи выделено 35% токенов, а на публичные продажи выделено всего 12%. Для ядра компании выделено 3%. Аирдропы, рефералы и новые аккаунты регистрации — для этого 7% токенов. Переходите на сайт, ознакомьтесь, делайте свои выводы. Но, как по мне, довольно активно развивается. Большое будущее, может что-то у них и получится. На этом обзор закончен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо, всем пока.